Вы смотрите видео об отеле Fiumbla Aerola Park. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Fiumbla Aerola Park расположен в стране Испания в регионе Коста дель Соль и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. 25 километров от аэропорта Г. Малага, в 3 километрах от центра Фуэнхерола. Рядом с отелем расположены автобусная и железнодорожная станции. На территории отеля имеется 1 ресторан, 2 бара, 2 бассейна, 1 крытый, 1 открытый, салон красоты, спа-центр, услуги врача, лифты, сейф на ресепшн платно, Wi-Fi в лобби бесплатно, парковка бесплатно, обмен валюты. В номерах есть ТВ-спутниковое телевидение, кондиционер сплит, мини-бар платно, сейф платно, ванна, фен, телефон, терраса, подключение к интернету платно, детская кровать платно. Номерной фонд отеля состоит из 393 стандарт румс, 22 квадратных метра, максимум 2 плюс 2 человек. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть бассейн с пресной водой. Также бесплатно доступны настольный теннис, развлекательные программы. За дополнительную плату имеется сауна, турецкая баня, джакузи, массаж, теннисный корт, освещение теннисного корта, теннисные мячи и ракетки, бильярд. Для детей есть один открытый бассейн. В ресторане – детское кресло, детская площадка, развлекательные программы, песчаный пляж, да, шезлонги, да, солнцезащитные зонты, да. Год постройки гостиницы – 1976. Год, когда был сделан последний ремонт – 2010. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.